Помочь детям-сиротам найти свое место в жизни и обрести профессию мечты. С 1 августа Молодежный центр «Самарский» и Профсоюз работников агропромышленного комплекса Самарской области при поддержке фонда президентских грантов реализует проект «Первый шаг». Его цель – работа с детьми в возрасте от 14 до 17 лет. Опыт трудовой деятельности смогут получить 50 человек. Ребята из числа сирот могут на период каникул, также в свободное от учебы время, обратиться к нам в центр и поработать по тем специальностям, которые мы предлагаем. Так как это подростки, это должны быть легкие виды работ. То есть кем может поработать? Помощником специалиста, помощником садовника, уборщиком территории, подсобным рабочим. Для ребят такая стажировка – возможность получить опыт и заработать карманные деньги. Освоить новое дело им помогут опытные наставники. Они предварительно пройдут обучение, так как работа со сложными детьми требует времени и сил. К каждому ребенку нужно найти подход, утверждают специалисты. Иначе он закроется и перестанет доверять. Мы хотим подключить еще не просто наставников, а наставников молодежь, которые у нас существуют на предприятиях активные ребята, которые могут уже даже, несмотря на то, что они еще молоды, передать свои знания, включить, так скажем, в активный рабочий процесс других ребят и тем самым помогать. Стажировка продлится 10 дней. За это время подростки смогут научиться качественно выполнять свои трудовые обязанности. А для кого-то такая практика – это путевка в новую жизнь, отмечают эксперты. Из существующей практики мы знаем, что после прохождения вот такой стажировки первоначальной, многие ребята в конечном итоге выбирают эту профессию, обучаются и приходят на эти предприятия, где они когда-то проходили вот это ознакомление с профессией. Для того, чтобы освоить профессию, нужно обратиться в молодежный центр «Самарский». При себе у подростка должен быть пакет документов. Необходимый перечень можно найти на официальном сайте организации или в социальных сетях. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.